Всем привет! Меня зовут Катя, и я точно знаю, как делать настроение новогодним. Многие люди для этого украшают квартиру и совсем забывают про компьютер. А ведь на его экран мы смотрим очень часто. Поэтому устанавливаем на рабочий стол новогодние обои. Они в вашу жизнь добавят атмосферы новогоднего волшебства. Всем привет! Меня зовут Ярослав. Новый год — это зима, это снег, это снежные бои. Для праздничного настроения нужно выйти всей семьей на улицу и лепить снежки, строить крепости и укрепления. Даже если вы попадете папе снежком в лицо, он не будет ругаться, он будет хохотать. Вот оно, новогоднее волшебство. Всем привет! Меня зовут Маша, и я точно знаю, как сделать ваше настроение новогодним. Повесьте на ручку двери носок, и пусть каждый член семьи кладет туда маленький подарочек или конфету. Вкусно, сюрпризно, по-новогоднему!